Шпионские страсти подогрело сегодняшнее заявление директора ФСБ России Александра Бортникова. Он утверждает, спецслужбы располагают информацией о планах лидеров бандгрупп проникнуть на Северный Кавказ через Грузию. Мы располагаем оперативной информацией о том, что отдельные, так сказать, лидеры бандгрупп, которые находятся на территории других государств, вынашивают намерение использовать территорию Грузии для просачивания к нам на Северный Кавказ. На данном направлении мы проводим соответствующую упреждающую работу. Официальный Тбилиси эту информацию категорически опровергает. Напомню, несколько дней назад появлялись данные, что через Панкийское ущелье прорвалась группа численностью от 50 до 70 человек. Эти данные в итоге не подтвердились.